Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гэтон, и сегодня я вам покажу, как сделать собственный магазин в Майнкрафте. Для этого нам понадобится блок, любой, и сундук. И еще MC-Edit. Ставим сундук, окружаем будущий наш магазин, чтобы он не убежал. Вот, вот так вот, вот. И затем, так, это можно удалить. Так, и допустим, ложим в него, допустим, конскую броню и... допустим, алмазный блок, вот. Ставим вот сюда, это вот эти два слота будут отвечать за то, что, ну, допустим, ставить алмазный блок и вот сюда золотой блок, и у нас на выходе будет получаться алмазная броня. Там у меня заготовочки. Вот, вот, алмазный блок. Далее. Что нам еще понадобится? Нам понадобится MC Edit. А сейчас я магическим свойством телепортируюсь в MC-Edit. Так, я свойствами моей бабушки, которая мне сказала, как это делать, телепортировался сюда. Так, нажимаем Load World. Выбираем мир, в котором у нас было. На самом деле, это вот этот вот мой. Так, ну, думаю, многие, кто умеет пользоваться MC-Edit, как бы полетать. Ну, тут как бы летается все. Тут управление довольно-таки легкое, ВАСД, чувствительность громкая. Вот, чтобы крутиться, надо нажать правую кнопку мыши, чтобы перестать крутиться, надо снова нажать правую кнопку мыши. Вот это вот там, где я стоял, и где-то тут точка спауна. Ее сейчас что-то нет. Потерялся. Так, теперь подлетаем вот так вот. Вот. Нажимаем выделение и выделяем этот сундук. Только сундук. Сейчас точно только сундук. Ну, вроде, да, только сундук сделал. Так, теперь нажимаем фильтр. В фильтере выбираем Create Shop. Выбираем, допустим, у меня будет... Ой, сейчас, подождите, наушник поправлю. Так, вот, допустим, у меня будет вот такой Villager. Вот эта кнопочка отвечает за то, что, чтобы сразу появлялись все предметы. Вот эта кнопочка отвечает за то, чтобы... неубиваемый он был. А вот это отвечает за то, чтобы у нас была бесконечная торговля. Ну, я сделал вот так вот. Вот так вот. Не, наоборот, если галочка будет стоять, то все предметы будут по очередности. Вот. Нажимаем фильтр. Все, у нас он превратился в жития. Далее. Следующий мой. Так. Даем выделение. Так, выделяем его. Точно так же нажимаем фильтр. Фильтр. Дальше. Ну, допустим, вот это. Так, выделение. Так, выделение. Так, фильтр. Допустим, этот будет у меня вместе. Ой, этот. Ну. Все. Так, теперь. Ой, выделение. Так, выделение. Фильтр. А этот у меня будет. Как он называется? Ой, забыл, короче. Ну, короче, тот, который маг. Всё, фильтр. И теперь обратно возвращаемся в наш мир. Только не забудьте нажать Ctrl-S, чтобы сохранить все. А, и все. Переходим обратно в наш мир. Вот все, мы вернулись в Майнкрафт, и как можно видеть, тут жители. От них исходят какие-то пузыречки. А что это за пузыречки? Это те пузыречки, в которых мы указали, что их нельзя было убить. Вот я их бью. Для наглядности возьму алмазный меч. Вот, я начинаю бить. Бью, 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 они не умирают. Хотя обычный житель, вот, житель умирает с 4 ударов. Нафиг мне не надо. Но теперь самое главное. Нажимая правой кнопкой на них, мы можем видеть, что можно за алмазный блок купить алмазную конскую броню. У этого можно купить, поменять древесный уголь на уголь, палку и флита на адский нарост. Семена тыквы на семена арбуза, семена арбуза на семена тыквы, семена пшеницы и кожное молоко на пшеницу. У этого алмазный блок на алмазы, блок лазурита на лазурит, блок золотой на блок слит, вот, фу, что несу, алмазный блок на изумруд, железный блок на железный слиток, ростовый на ростовый, уголь на уголь. Вот, и у этого можно купить, ну, обменить алмаз на изумруд, пластинку на маяк, написанную книгу на... пузырек опыта. А теперь показываю суть всего этого. Набираю, допустим, пластинок. Мне нужно пластинок. Я трудом и потом набивал их.
Так, ну допустим, ставим эту пластинку, которая там указана. Берем маяк. Ставим эту пластинку. Ой. А, в предыдущих версиях Майнкрафта это работало. Ну, блин, ладно, я думал, она и в этом будет работать. Но в версии 1.5 все работало нормально. Так, только вот я не уверен насчет книг. Книги это же ведь как бы отдельные entity, так подписать. За них, походу, можно. Только я не уверен. Да, за них можно, за любую вообще написанную книгу можно брать пузырек опыта. Но за пластинки можно брать только вот за, именно за этот вид пластинок. Вот. И как бы я-то думал, что такая осталась, она тут плохо-то. Вот. И допустим, хотим мы купить конскую броню. Покупаем конскую броню. Все. У нас есть конская броня. Если он сейчас прокачается до следующего левела, это будет смешно. Он прокачался до следующего левела. Вот. Как бы все. Всем спасибо, что вы были со мной. Сейчас только посмотрю это вот так что-то. А, да. Они прокачиваются со временем, и те вещи. Ну, в общем-то, надо заполнить до конца все. Вот все. Все сказал. Всем спасибо, что вы меня смотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забудьте рассказать друзьям, какие прикольные видео я снимаю. Не забудьте подписаться на братюнь. С вами был Пидон. Всем пока.